Доброго времени суток! К вашему вниманию дополнительный видеообзор на iPhone 11 Pro Max на 256 гигабайтов. Как мы видим, ошибка аккумулятора. Ошибка также дисплея имеется. Я в прошлом видео говорил, что дисплей менялся, но стоит, как я вижу, оригинальный, потому что картинка очень яркая, очень приятная. Вы поинтересовались по счет яркости дисплея. Она была вот так вот убавлена. Я вот прибавил на максимум. Смотрите, какой сочный экран. Все выглядит отлично. Так, давайте проверим еще раз работоспособность камеры. Вы попросили приблизить. Так, одной рукой не очень удобно. Вот, как видим, камера работает отлично. Давайте проверим звонок. Позвоним на 900. Это Сбербанк. Я ваш виртуальный ассистент Афина. Чем я могу помочь? Оператор. Я поняла? Нет. Если вот вы слышите... Сам слуховой динамик тоже работает. Понимаю вас. Будьте добры, уточните вопрос. Оператор. Соединяю вас со специалистом. Чтобы оценить работу специалиста... Отлично. Все, работает отлично. Wi-Fi, смотрите. Вот как бы Wi-Fi ловит. Wi-Fi подключен. Давайте с вами проведем тест. Дисплей, Игорь, можете подержать телефон? Я ярлычком проведу по всему экрану, чтобы продемонстрировать нашему клиенту, что дисплей работает отлично. Особо обольщаться не стоит, что можно расслабить булки, ничего не делать и получать 6 тысяч рублей. Спрос будет еще больше с этим филиалом. Как мы видим, дисплей работает отлично. Что могу вам сказать про данный смартфон? У него все работает, все отлично, дефектов абсолютно никаких не имеет. Целиком и полностью готов выполнять весь свой функционал в полной мере. Советую приобретению. Спасибо за просмотр.